В городском музее продолжает свою работу выставка «Провинциальная анданте». На выставке посетители познакомятся с творчеством заслуженного художника Российской Федерации, преподавателя и доцента Академии акварели и изящных искусств Сергея Андреяки Александра Волкова. Художник работает в технике многослойной акварели, масляной живописи, также владеет многими другими видами изобразительного искусства. Предварительная запись на экскурсию по выставке по телефону 7-69-65. Билеты можно приобрести по Пушкинской карте. Возрастное ограничение 6+. В выходные парк культуры и отдыха имени Зернова приглашает горожан покататься на аттракционах. 20 июля в 19:00 на сцене набережной парка имени Зернова пройдет музыкальная суббота. Свою концертную программу саровчанам представят Татьяна Марунина и фолк-метал-группа «Яга» для лиц старше 6 лет. Детский парк на улице Сосина приглашает горожан посетить опен-эйр студии танцев «Аларде». Опытные преподаватели проведут мастер-класс по кизомби. Начало в 19 часов, без возрастных ограничений. В художественной галерее продолжается программа «Суббота в художественной галерее». 20 июля в 10:00 можно посетить экскурсию по выставке «В моем саду», без возрастных ограничений. А уже в 12:00 пройдет творческая мастерская «Душистый горошек». Участники смогут создать композицию в технике пластилинографии. Возрастное ограничение 6+. 20 и 21 июля на стадионе ИКАР пройдет фитнес-утро. Можно будет зарядиться хорошим настроением и бодростью на всю предстоящую неделю. Начало в 10 часов. Возрастное ограничение 6+. 20 июля в 9:30 на лыжной базе состоится торжественное открытие всероссийских соревнований по авиамодельному спорту. Саровчане смогут понаблюдать за зрелищными полетами на картодроме, а также поддержать наших спортсменов. Без возрастных ограничений вход свободный. Проведите время с пользой, чтобы потом рассказать своим друзьям и знакомым, как здорово вы отдохнули в выходные.